Значит, благодарю за донат. Человек с никнеймом Выси Кал Щик Адского Хлеба. Текст доната. Давай оценим реакцию Фреда на гитариста. Ну, давай Фред-гитариста на не Фред-гитариста, да, заценим. Вот. А давайте мы, может быть, что-то кроме моих реакций на Фред-гитариста тоже на канале еще посмотрим. Там бывает интересно. Описание еще глянем. А еще у меня, смотрите, дисклеймер теперь появился на всякий случай. Удовольствие, развитие, деньги. Триада Моисея легендарная, ребята. Да. Такой нашей послушайте. Самой любимой группы Iron Maiden. Она называется Fear of the Duck. Fear of the Duck. Fear of the Duck, да. А как же я обожаю мисс Хёрды, блять, вы бы знали просто. Нос, правда, чешется, это не значит, что я вру. Все равно чешется просто, к деньгам. Это прям страх уток, да, это оно. Ты тоже QR-код, смотрите, все вот, все в кодах. Я, честное слово, честное еврейское, не отсюда посмотрел. Реально, народ, просто, чтобы вы понимали... Ну, я надеюсь, Юрию Петровичу не в обиду, но мы ведь друг у друга тоже некоторые вещи. То есть я что-то у него подсмотрел, но и он что-то у меня тоже подсмотрел. То есть давайте, когда вы будете мне говорить, что я там подсос Фреда, вы еще вспомните о том, что идея вообще того формата, который сейчас в основном ведет Юрий Петрович достопочтенный, это все-таки изначально кто делал? Так что мы друг у друга учимся. И, в общем-то, Юрию Петровичу респект, конечно, но давайте не забывать о главном. Ой, гитара. Да, Легиону с гитаристами всегда не везло. Там, по-моему, чуть ли не Молчанов играл, то есть все просто очень плохо. Ой, ну тут давайте я просто дам слово Юрию Петровичу. Тут... То есть это можно спародировать просто... В чем прикол вот этих пародий ртом? Ну это вот зачем вот это вот даже на гитаре пытаться изобразить, если это должно быть слышно ушами музыканту толковому, меломану даже хорошему. Не обязательно даже уметь играть на гитаре, чтобы слышать, что здесь сыграно. Это может звукорежиссер, это может там просто, в принципе, меломан с глубоким как бы пониманием музыки, такой настоящий, не тот, который «я слушаю разные, я меломан, только вот рэп не мое», а вот именно... Тот, кто любит музыку. Тот, кто... Это прям вот козел боится утки, действительно. Это варшавский, что ли, пришел? То есть, ну это же слышно, вот интонации. Они в вокале такие же просто, вот в чем дело. Они в такой музыке, вот есть какие-то свои тоже все равно каноны, стандарты, да? То есть это от блюза же пляшет. Это от, там... Это хэви метал должен быть для вечной жизни срак. Да уж. Не вызнай вас. Вам стыдно должно быть, что создатель говниды лучше вас в музыке разбирается, а не смешно. В гриме. Вы господин Варшавский? Бас отличный. Похвалю что-то. Это давай. Голованов, может быть? Кто это? Какой-то ужасный чувак там. Еще. Вот здесь, кстати, на клине как будто еще прилично, нет? Так терпимо. Это Голованов, может быть? Кто это? Какой-то ужасный чувак там. Ну, типа, ничего особенного не делает, но ничего вроде не ужасно. Еще. Куда ты... Не знаю, в целом, ну, идея норм. Это, а чё, куда какой-то он? Ужасный чувак там. Еще. Куда ты... Ладно, дать вокал. Оно как будто немножко не... Может, не строит. Вот у меня на... При том, что слух абсолютный, что самое смешное, я слышу ноты четко. Си, ми, фа, соль, ля, соль, фа, ре. То есть я возьму гитару, я это сыграю сходу. У Юрия Петровича слух не абсолютный, то есть он ноты не распознает сходу, но у него при этом очень острый слух на нестрой. То есть, видите, есть разница. И у... не бывает такого супер-сверхчеловека, который вообще все абсолютно в музыке понимает, потому что, извините, для этого надо, ну, типа, 100 лет никак не хватит на это, чтобы так понимать. Это какого года запись вообще? От этого непопулярного и редкого альбома я дичайше кайфанул. И ссылочку забыл, Биг Лизбовский. Ну, спасибо большое, но ссылочку-то забыл. Что-то он сам намазал, кошмар, я не ожидал Булгакова вот такого. Бас, окей, барабаны, типа, ну... это...
Нужен эксперт, нужен мистер господин Петр Малиновский. Должен в чате где-то, может быть, он есть все-таки. Что он скажет про этот замечательный удар в хай-хэт? Сейчас высоко на балет хорошо, а внизу что-то прям дропочек. Ну и ковыряшка, ты кто это такой? Я не могу понять, что... кто ты такой? Это непонятный. Да, здесь пока очень плохо, прям вообще. Сейчас, наверное, высоко будет мочить нормально. Ну, как бы гитара с басом, что-то из этого не... Ну, они не состроены, как минимум. Ну, вообще, бас вроде мог. Ой. А бас как будто окейчный. Ну, с пивом пойдет, наверное, нормально. Барабаны, наверное, нормальные. Да, гитара ужас здесь, да, www.youtube.com. Благодарю, Вик Лизбовский. Сейчас мы это тоже откроем. Ребятки, очередь теперь удобным образом. Обратите вашу внимательность. Видна от тута прямо. Представляете, как здорово. Вот это да, вот это антиматерия. Также хочу напомнить, что при всем моем достопочтенном уважении, но поскольку я реакции... В чем кайф реакции Моисея Великанова на фред-гитариста? Они долгие, они подробные. Соответственно, донат нужен X2. X4 на то, что мне еще и не нравится. Ну, то есть там есть Сергей Сокол, на него весело реагировать. Есть Юрий Петрович, на него интересно и познавательно еще реагировать. Но это все равно все-таки X2. То есть... Если сейчас это 60 и 120, может, когда-то это будет, там, не знаю, 100 и 200 за минуту. Ну да, он как бы стал раскрываться, все равно язык видишь тяжело ему. Вокал как будто ничего. Акцент там есть, но акцент-то, блин, а у кого его нет? Вот, пошла просто заровня. Будет соляк интересно? В чем главный прикол? Есть вот очень какой-то... Похожий риф есть... Я слушал еще когда-то в школе, короче... У группы Zebrahead, которая как бы панк, да? То есть панк-то это ж там говно, там же вообще играть-то уметь не надо. Здесь чуть-чуть там что-то чвякает, но вот этот вот риф, смотрите. Ну не сказать, что это там идеально, да, сыграно, но все-таки вот насколько лучше. Ну, с другой стороны, ой, а чё ж ты сравниваешь, тут какие годы были. Ну, блин, ну, годы какие были, это понятно все, это здорово. Ну, и чё, теперь делать скидку? То есть, ну, да, это было в те годы, и мы все равно должны любить, хоть это и ужасно. Типа так, что ли, получается? Ну, давайте, любите. Хорошо. Мы-то чё? Пошло. Ну, просто нельзя учиться сегодня играть по этой игре. Например, ориентироваться на нее и желать. Ну, то есть это неприятно же слушать все равно человеку наслушанному. Соответственно, ну, если нравится такое на вкус, значит, наслушанности мало. То есть вкус плохой. Это не как у меня в одежде плохой. Каждый раз одно и то же. Соло, да. Главное, там, судя по всему, то ли все терпят, то ли никто не понимает, что это жесть. Ну, нет, он как-то эти ноты-то нажал в них, в общем-то. То есть здесь скорее речь о том, что вот детализация, всякие нюансы, мелизмы здесь... Неважно, как она там в оригинале звучит, ребята. Нос чешется к деньгам, ребят, к деньгам. Неважно, как оно там в оригинале, мы можем вот это без оригинала даже услышать, что, ну, здесь не очень сыграно.
О, что ты? Баста, норм. На том спасибо, да. Что за хуйня? Звук при этом, понятно. Ну, блин, вот звук можно как раз годами оправдать, качество звучания записи. Бля, это гвоздь вечера, этот чувак. Мне кажется, это Голованов, похож на Голованова. Ну, типа, ну... Не знаю, могу вам включить свои вот записи в 14 лет какие-то, которые я делал. Вот, вот, наверное, то же самое там услышится. Ну, типа... Ну, ты что, ты уж такой умный, это какое время... Ну, все равно, вот они что-то временем все оправдывают и так далее. Ну, здорово, спасибо этим замечательным ребятам, что они вот... Ну, хоть что-то пытались сделать, да, типа. Ну, еще раз, ну, и... ну это... Нельзя все-таки говорить, что какие это молодцы, легенды, как вот, как же душу сюда вложили. То есть, ну, неправда, это тоже неправда. Это тоже не, неправильно. Вот как бы речь об этом. Разучил соляк. Ай, бля, я не могу просто. Так можно было. То есть еще раз, понимаете Юрия Петровича правильно, господа. Воспринимаете все-таки это как там, как и я, да, вот что я всегда делал. Сейчас вот куда, куда-то пытаюсь что-то вот там делать. О, сейчас найду вам свои вот соло такие же в 14 лет. Вот. Вот, вот, ну, то есть, еще раз, понятно, там людям-то и слушать особо, и ориентироваться было толком не на что. Ну, что ж теперь сказать? Кто виноват, как бы каждый сам знает для себя и решит. Ну, как бы так или иначе, эта запись, это не очень. Если она нравится, она либо из-за ностальгии нравится, либо из-за, к сожалению, отсутствия наслушанности. Ностальгия, ребята, она может быть вызвана, извиняюсь, даже там коровьим пердежом. Если ты еще раз с удовольствием эту классическую уже телегу Моисея Великанова прогоню. Если ты жил в деревне 10 лет, каждое утро просыпаешься под такой звук. Я уж не знаю, как звучит коровий пердёж, но давайте допустим, что так. И вот для тебя этот звук, он уже как родной. Ты уехал из деревни на 30 лет. И потом вдруг где-то ты слышишь. Вот это свое родное. Все, у тебя скупая слеза сразу течет, ты сразу воспоминания там, о молодости, о девочках, о счастье, о свежем воздухе, или не свежем, но там, о природе. Ну, ностальгия — это ностальгия. Ее не отнять, и как бы. Но это не касается качества там, музыки, игры, звука, ничего такого. Соответственно, если это сегодня, вот, вот смотри, вот как играли там, вот, вот, вот это вот были музыканты, вот это показывать сегодня школьникам, там, да, которых уже есть просто другой абсолютно опыт, наслушанность, более. Разнообразная, потому что у них есть интернет и есть возможность просто слушать мировую музыку. И, возможно, другой абсолютно... И даже он может быть, в, там, у Шкальцов более просто детальный слух, лучшая наслушанность, больший опыт потребления там качественной рок-музыки. Ну и типа сегодня они это посмотрят и абсолютно справедливо скажут, что ну, дресня. На них обижаться, то есть ни на кого обижаться не надо, господа. На обиженных воду возят. И это в лучшем случае. В тюрячке с ними что-то и похуже делают. Делать? Ковер. Ну, видимо, да. Почему-то это сочетание, говорю, Булгакову вечно не везет, что он убойный вокалист, но он с такими дохлыми гитаристами всегда играет. А он, ну, видимо, не отличает сам. Но вокалист, да, типа сам он при этом как-то, ну, неплохо поет весьма. Я бы не сказал, может, даже, что прям убойный, но, ну, хорош. Типа, относительно этих гитаристов точно.
А может, не то, что не везет, может, специально так. Кто знает. Молчановы какие-то, по-моему, да. Вот этот чувак, он все время прям невезуха полная с гитаристами. То есть просто кошмар. Я еще раз при этом, при всем, я с Юрием Петровичем тут, в общем-то, согласен. Я просто, я его даже продолжаю защищать сейчас, потому что люди, как и я сам изначально, воспринимают его неправильным образом просто из-за формы подачи. Точно так же, как и меня. И в этом смысле я вижу между нами тоже то общее, что и было еще до того, как вообще мы друг о друге узнали. Ну или там враг о враге, коллега о коллеге, там я уж не знаю, кто мы там, кому. Да, секвенция убойная. Почему? Юрий Петрович специалист по вопросам игры на гитаре, и он об этом всегда говорил, продолжает говорить, и, в общем-то, на него вот в этом можно ориентироваться. Игра на гитаре, особенно жанр метал, тут, в общем-то, все практически невероятно верно. С вокалом он тоже, в общем-то, вокал на гитару в этих жанрах особенно тоже, там есть блюз, да, вибрато есть вибрато. И там хорошо начать и хорошо кончить, я уж извиняюсь, это одно и то же, господа. Давайте интеллигентом побуду для вас, без матов, без почти без говна. Тема с кривым гитаристом такая смешная, потому что им нужен пафос, даже когда выглядит, как, не знаю, какой-нибудь мега-борец, вышел какой-нибудь, прорвет на себе майку, и к нему подходит какой-нибудь, типа, не знаю, там, маленький мальчик, типа, и прям тыж ему в нос, и борец лежит, все, как бы жук, бараться встать не может. То же самое здесь, эти какие-то камзолы, наливные эти всякие волосы, распущенный такой вид, там все с этой гитарой, типа все девочки. Уровень комедийности, да, там вот именно такой, действительно. Мои, и все. А потом, когда, ну, приходит время на гитаре на это играть, то начинается вот это вот. Все просто как обычно. Уставший как. Да это не то, что уставший, это просто, ну, классическое полное дрислово. Голованов есть, ну, тогда понятно. Ожидаемо, да, к сожалению. Голованов — это не про гитару. Я не знаю, честно, не знаю. Глобально не поменялся. Примерно мне ж не кидал никто послушать-то. А я ж все-таки, ребят, зачем мне все подряд, что попало, слушать, когда у меня очередь донатов? Давайте подумаем. Наверное, незачем. Я и так по 8 часов каждый день слушаю самую разную музыку. Такая вот история. На небольшой громкости, чтобы слух себе дальше не сажать. Чего и вам желаю. Спасибо большое. Заходите на стримы. Читайте описание. Тыры-пыры-растопыры. Вступайте в наш телеграм-чат. Спасибо тем, кто досмотрел прям до самого конца.